Thank you.
выразить свое почтение. Итак, внимание на финиш. Буквально через 1-2 минуты участники забега на 12 тысяч метров будут разыгрывать первое, второе и третье места в кроссе наций. Итак, ожидается упорная борьба на финише. Игорь Завьялов. Надеемся на нашего тюменца Игоря Завьялова.
Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию награждения победителей и призеров Массонации 2012. Среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями группы ВОК на дистанции 8 километров награждение проводит заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Николаевна Носкова. Итак, встречаем. Дистанция 8 километров. На старт. Наблюдающие спортсмены готовятся к награждению. Левая нога. На, зеленая. Левая нога. На красная. Левая рука на красную. Правая нога. Синий жесткий. Победа синего. На старт. Внимание. Марш. Фотография на память, аплодисменты от тюменцев. И мы провожаем наших спортсменов с пьедестала почета. И первое место — Шерзаданова Эльвира, город Елудровск. Аплодисменты девушкам-спортсменкам. Дипломы, медали, подарки сегодня заслуживают наши спортсменки. Ну и, конечно же, признание всех тюменских болельщиков. Аплодисменты. Волку, победители нашего сегодняшнего праздника, прибыло. Напоминаю, чемпионами сегодня стали Артем Шадеркин, поселок Московский, дистанция 1000 метров. Анна Золотухина, дистанция 4000 метров. Нефтегазовый университет. Стас Мокин, дюшор номер 2, дистанция 4 километра. Валерий Шадрин, Тюменский государственный университет, дистанция 4000 метров. Дорогие друзья, поддержим аплодисментами наших спортсменов. Аплодисменты, и мы провожаем наших спортсменов. Друзья, аплодисментами поддержим наших спортсменов.
Мы аплодируем нашим победителям. Еще раз аплодисменты, фотография на память. Аплодисменты нашим спортсменам, нашим мужественным